по случаю нового 105-го года ЧЧИ 2016-го уважаемому Ким Чен Ыну прислали поздравительные телеграммы Центральной организации Ассоциации корейских граждан в Японии и их отделения, компании, местные штаб-квартиры, Корейский университет и другие корейские школы Чонмёна. В телеграммах адресанты в отражении единодушной преданности и чувства уважения работников Чонмёна и корейских соотечественников Японии пожелали крепкого здоровья Ким Чен Ыну, называя его верховным руководителем чечейского отдела, знаменем побед и рулевым движением корейцев в Японии. По случаю нового 105-го года ЧЧИ 2016-го 1 января ответственные работники государства посетили Кумсанский дворец Солнца. Здесь были Ким Юн Нам, Пак Бонг Жу и другие ответственные работники государства и работники органов власти, кабинета министров, организаций трудящихся, министерств и центральных ведомств. По обеим сторонам статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира стояли знамя Трудовой партии Кореи и флаг республики и выстроился в строй почетный караул сухопутных, военно-морских и военно-воздушных и противовоздушных войск Корейской народной армии и рабочих крестьянского красного ополчения. Перед статуями стояла корзина цветов от имени маршала Ким Чен Ына, а также корзина цветов от имени Центрального комитета Трудовой партии Кореи, Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи и Госкомитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики. По случаю нового 105-го года ЧЧИ 2016-го 1 января участники третьего слета актива рыбного промысла при Корейской народной армии посетили Кумсусанский дворец Солнца. По случаю нового 105-го года ЧЧИ 2016-го 1 января представители дипмиссии и корпуса военных атташе, а также иностранные гости и зарубежные корейцы, находящиеся на родине, посетили Кумсусанский дворец Солнца. По случаю нового 105-го года ЧЧИ 2016-го военнослужащие Народной армии, трудящиеся и учащиеся посетили бронзовые статуи великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде. Перед бронзовыми статуями великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира стояла корзина цветов от имени Ким Чен Ына. Были возложены корзиной букеты цветов и цветы от имени партийных и силовых органов и органов власти, общественных организаций, министерств, центральных ведомств, частей Корейской народной армии и корейских народных внутренних войск, всех ступеней столичных учреждений, промышленных предприятий и учебных заведений, а также от имени Пхеньянского отделения антиимпериалистического национально-демократического фронта. Перед бронзовыми статуями посетители сделали низкий поклон. По случаю Нового года к бронзовым статуям и фотопортретам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, возведенным в разных уголках столицы и периферии,